Победительница Евровидения 2016 Джамала вышла замуж. Бракосочетание состоялось в столичном исламском культурном центре. Туда жених и невеста приехали на роскошном белом авто. На певице было белоснежное закрытое кружевное платье и фата ручной работы. Все от украинских и грузинских дизайнеров. Жених был одет в смокинг и национальный головной убор крымских татар. Избранник украинской артистки Бекир Сулейманов, экономист родом из Симферополя. Свадьба прошла по мусульманским традициям. Вначале влюбленные получили согласие и благословение родителей. На праздник из Крыма приехали родители Джамалы, а из Турции прилетела сестра Эвелина. Я уверена, что он у нас достойный выбор сделала Сусана, поэтому я желаю им счастья и любви. Терпения и мудрости. Это самое главное, что все-таки должно быть у женщин, особенно у восточной. Потому что мужчина все-таки должен почувствовать, что он голова. Ну, хотя бы почувствовать.